Бурина скважина и уже залита одна свая на мосту на улице Циолковского. Сейчас под бетон подготавливает еще две скважины. Всего их будет 12 по 6 с каждой стороны моста. Получается, с южной части у нас глубина свай составляет примерно 13 метров. И с северной части, северной у нас составляет 16 метров. Глубина свай. Расстояние между сваями примерно 3-4 метра в среднем. 12 буронабивных свай подрядчики намерены залить до 15 июля. На путепроводе работают две буровые установки. Они начинают работу в 8 часов утра и заканчивают в 8 вечера. Бурение происходить у нас будет только в дневное время. Так, режим тишины будет соблюден. Жители дискомфорта, значит, не будет для жителей. После того, как будут готовы сваи, подрядчик демонтирует старый мост и начнет монтаж новых пролетов. Параллельно этим работам ведется строительство подпорной стенки, удерживающей насыпь от сползания на гаражи, и локальных очистных сооружений на круговом движении улиц Серова и Октябрьской революции. Они будут принимать все ливневые стоки и очищать их с помощью самых эффективных технологий. Напомним, строительство моста идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Цена контракта вместе с реконструкцией всей улицы Октябрьской революции – 1 миллиард 175 миллионов рублей.